Всем привет, ребята! С вами ваша Маша, и сегодня мы будем проходить квест «Машины в домах». В ночном клубе Симтауна появился деятельный механик, который пытается всех убедить, что машины можно парковать в домах. Завершите задание, чтобы узнать, как парковать машины в домах. Честно говоря, очень интересное событие, потому что, блин, мы будем ставить машины в домах, это же что-то. И начать задание за 5 миллионов. 5 миллионов. Ну, 5 миллионов, 7 миллионов, типа, да? Блин, как это дорого, это же вообще что-то, блин. Итак, сейчас мы пригласим кого-нибудь сюда поговорить с механиком. До персонажа дошли слухи о говорливом, да, механике, утверждающем что-то неслыханное про машины, которые можно парковать в доме. Заинтригованный персонаж хочет узнать все подробности, пусть персонаж поговорит с механиком в ночном клубе Симтауна. Итак, нам нужно сейчас пригласить кого-нибудь, чтобы... Пригласим Серафиму, почему бы и нет? Вы же помните, из какого она летсплея? Точнее, челленджа. Если вы помните, то давайте проверим, насколько вы помните, и напишите в комментариях, откуда она. Да. Как вы видите, у нас тут механик-женщина, да. Ну, женщины всегда придумывают что-то новенькое, типа мезонин, да, который у нас был квест. Теперь машины в домах, блин, это очень круто, ничего не могу сказать, и... Круто. Итак, мы поговорили с нашим механиком, цель достигнута, да. Выслушать идеи Ли. Ли ее зовут, значит, да. Персонаж заговаривает с общительным механиком и узнает, что ее зовут Ли. Она давно не была в Симтауне, вернулась, чтобы навестить сестру и найти способ продвинуть идею парковки машин на жилых участках. Интересно, хорошо. Давайте слушать. Это занимает 15 секунд, конечно, не так и много, но мы с вами все равно ускорим это, почему бы и нет. Итак, заглянуть в папку «Спам». «Спам». Прикольно. Лиз заявляет, что ее идея кардинально изменит отношение к машинам и домам. Она отправила письма всем жителям Симтауна, но никто не удосужился ответить или принять какие-либо меры. Персонаж очень удивлен. Он не получал никаких писем. Может, оно попало в папку «Спам»? Пусть персонаж заглянет в папку «Спам», воспользовавшись компьютером. Хорошо, сейчас мы тогда отправимся домой и посмотрим в компьютере. Итак, вот мы и прибыли... в участок, он тестированный, потому что на этом участке мы собираем разные поделки, да, в общем-то, и проходим квесты, поэтому не обращайте внимания, как тут все обустроено, просто это тестированный участок. Тут есть компьютер специально, заглянуть в папку «Спам». Он специально тут стоит, чтобы проходить разные квесты, просто... Участок маленький, поэтому не так все лагает. Итак, мы сделали это. Задание попросить помощи у Ли. Персонаж находит письмо с чертежами от Ли в папке «Спам». Документ испещрен замысловатыми диаграммами и странными графиками. Персонаж совсем ничего не понимает. Требуется помощь Ли. В общем-то, нужно сейчас опять к этой девчуле идти. Хорошо, сейчас все сделаем. Вот мы и прибыли опять сюда. Итак... Хорошо, сейчас попросим у нее помощи, потому что мы совсем не понимаем, что за чертежи нам отправили и как с ними разбираться, поэтому пусть нам Ли объяснит, что да как. Купить машину продавца машин. Персонаж отправляется в ночной клуб и просит Ли расшифровать чертежи. Она все очень доходчиво объясняет. Ли вручает персонажу связку с ключей от машины и просит ее забрать красный седан у продавца машин, с которым она уже обо всем договорилась. Отправляйтесь к продавцу машин, он находится напротив праздничного теплохода на карте города, и закрепите машину за своим персонажем. Ну, допустим, понятно вроде как и непонятно. Хорошо, сейчас попробуем. Итак, вот мы сюда и прибыли. Я поняла, где это. В общем-то, это простая автопарковка, если не ошибаюсь, да? Значит, нужно вроде бы красный седан. А, ну вот, как раз-таки он есть. Хорошо, сейчас мы его купим. И... Так, хорошо. Где у нас Серафима-то тут? Нету, что ли, ее? Это будет странно. Нет, она должна быть. Вот она, да. Нет, машина, хорошо, конечно, нам не нужна машина. Вообще нам не нужна машина. Но ладно, что поделать, что поделать. Итак, мы закрепили, где? Вот, цель достигнута. Прекрасно.
посетить дом с машиной. Ли расшифровала чертежи, все готово к перемещению машины, и персонажу не терпится этим заняться. Ли права, глупо годами держать машину на парковке. Посетите жилой участок, на котором есть машина. Хорошо, только проблема в том, что Серафим у нас живет в очень огромном доме, и, блин, он как бы будет очень лагать. И поэтому давайте лучше купим кому-нибудь другому, да, а именно мы не можем, да, купить этот красный седан. Блин, облом. Ух ты, какая красивая. Ничего себе, это когда это добавились такие машины? Я что-то не помню. Вау! Блин, какие красивые они. Слушайте, почему я не знала, что тут есть такие машины? Вау! Хорошо, хорошо. Мы как будто с вами сейчас смотрим какие-то машины. Давайте быстренько тогда. Красный седан. Вы видите красный седан? Я... Вот, это желтый, зеленый, голубой. Вот, красный, давайте купим его, да уж снова, что уж поделать-то так. И где у нас, вот. Итак, все, мы купили, все прекрасно, теперь идем на участок. Итак, вот, цель выполнена, и следующая цель – это переместить машину на участок. Персонаж очень хочет испытать дели на деле, получится ли все как задумано. Откройте магазин товаров для дома, нажмите на машину на жилом участке и перетащите ее на участок, совсем как обычный объект. Нажмите на зеленую галочку, чтобы подтвердить местоположение машины. Вау, серьезно? Вот так вот просто? Блин, это, конечно, круто! Но, блин, это необычно очень. Так, хорошо. Идем к машине, да, нажимаем. О, божечки, серьезно? А, как это круто! Хорошо, допустим, будет вот тут стоять. Вот тут, да, тут. Нет, вот чуть-чуть, вот. Да что такое? Я нечаянно не туда нажала. Хорошо, опять сейчас переставим быстренько. Вот, все прекрасно. Блин, это как-то необычно выглядит. Хорошо, цель достигнута, вернуться на парковку. Кто придумал поставить сюда машину? Сможет ли персонаж вернуть ее на место? Персонаж заглядывает в чертежи Ли. Откройте магазин товаров для дома, нажмите на машину, затем нажмите на голубую кнопку «Вернуть», чтобы отправить ее на парковку. Примечание, чтобы вернуть на машину, не находясь в магазине товаров для дома, нажмите на машину, выберите ее и вернуть на парковку. Хорошо. А вот сюда, да? Вот. Хорошо. Переместить машину в новое место. Персонаж паркует машину на ее месте. Как просто. Теперь пора поставить ее в хорошее подуманное место. Продуманное, точнее. Находясь на домашнем участке, откройте магазин товаров для дома и переместите машину на свободное место в доме. В доме. Ага. Примечание. Машины можно размещать в доме на любом этаже, где есть свободное место. На любом этаже, то есть как человек, да, переместит машину на второй этаж, объясните мне, пожалуйста, как? Заезд, что ли, какой-то, или, блин? Но машина в доме, вау, это что-то необычное, слушайте. Персонаж ставит машину в новом месте и любуется проделанной работой. Идеально, персонаж получил от Ли несколько нетерпеливых сообщений. Она хочет воочию увидеть, как ее идея была воплощена в жизнь. В общем-то, нужно нам сфотографировать сейчас. Блин, это настолько необычно, что я просто не могу. Блин, она не сможет, да, сейчас сфотографировать? Ну, конечно, она не сможет, потому что машина загородила вход. Прекрасно. Я переставила немного правее машину, чтобы можно было как-то зайти. И теперь у нас получается все получается, да. И она просто сейчас возьмет и сфотографирует. Конечно же, это будет... Что она себя фоткает. Хорошо, допустим. Это странно, но хорошо. Ладно, пусть будет так вот. Итак, цель мы выполнили, да. Просмотреть доступные для машины. Персонаж делает несколько снимков и задумывается. А если мне захочется прокатиться? У меня получится? Нажмите на машину и просмотрите доступные действия. Да, прокатиться получится. Прокатиться. Да, прокатиться она сможет. И у меня как внезапно вылезает реклама. Печально. Итак, цель достигнута. Показать снимки Ли. Угу. В общем-то,
Похоже, что вводить машину проще простого. В чертежах ЛИ четко указано, что машина будет возвращена на парковку, если вовремя движения у нее на пути окажется какой-либо объект. Ага. В общем-то, Ли у нас продумала все, что можно, да. Наш персонаж уехал. Мы не видели, как он уехал. Угу, понятненько. Так, ты прокатись уже и вернись обратно. Хорошо, сейчас тогда отправляемся к Ли и показываем ей чертежи. Вот мы и вернулись снова в клуб, чтобы спросить, показать снимки и прочее-прочее. Слушайте, этот квест довольно легкий, потому что тут не длится все по 2 часа и 3 часа. Тут, как обычно, человек все делает по 15 секунд, 20, там, 5 минут. И это хорошо, кстати говоря. И у нас уже 85%. Вау! Персонаж показывает Ли снимки машины на жилом участке. Она в полном восторге и хочет отметить такое знаменательное событие. Пусть персонаж отпразднует событие вместе с Ли. Мы сейчас будем праздновать. Прекрасно. Да, это очень-очень круто. Итак, мы отпраздновали. Быстро мы это сделали. Итак, сейчас попрощаться. Да, все 92%. Мы прошли этот квест. Был довольно несложно. Ну, когда лагает-то, конечно, несложно. Вот мы его и прошли. Все прекрасно. Итак, поздравляем, вы помогли взыскательному механику Ли доказать всему миру, что машины можно парковать в домах. Теперь ваши персонажи могут свободно парковать автомобили в любом доме. Это прекрасно, да. Ну и на этой прекрасной ноте я бы хотела с вами попрощаться. Поставь большой пальчик вверх, подпишись на мой канал. Ну и, конечно же, зайди в описание и подпишись на группу ВКонтакте. Вступи в нашу банду персиков, давай, не ленись. И, конечно же, подпишись на Инсту, потому что там я выкладываю много чего интересного, а именно новости, когда выйдет видео. И, может быть, кстати говоря, вы будете управлять Кас-симом, вот, когда я буду создавать симов. Ну и с вами была ваша Маша. Встретимся в следующем видео и пока-пока!